Перед тем, как начать видео, хотелось бы поблагодарить спонсора данного видео, а именно группу «Мир Годзиллы и Гомеры», «Мир монстров», за предоставление информации. Эта группа посвящена кайдзю и различным киношным монстрам, вроде крокодила Густава из фильма «Первобытное зло». Так что смело подписывайтесь, и я уверен, что вы узнаете много нового. Ссылка на группу будет в описании. Камаебас – черепаха-матомата, ставший гигантом после контакта с инопланетным монстром Йогом. Родная стихия – вода, но монстр довольно быстро может передвигаться и по суше. Многочисленные наросты на массивном панцире. У камаебаса отсутствует типичный для черепах клюв, вместо этого у него имеются зубастые челюсти. При нападении делает выпад головой из панциря и кусает врага, а также бьет его передними лапами. В космической амебе камаебас сражался с крабом Ганимасом. После продолжительного боя краб столкнул его в кратер вулкана, но падая, камаебас утянул своего врага за собой. В фильме «Годзилла, Мотра, Мехагодзилла, спасите Токио» произошла подразумеваемая битва камаебаса с Годзиллой. Получив смертельные ранения, черепаха добралась до побережья Японии и там скончалась. Размеры: длина 20 метров, рост 10 метров, вес 28 тысяч тонн. Фильмы: «Период Сёва», «Космическая амёба» 1970 года, он же Йог, монстр из космоса. «Период Миллениум», «Годзилла, Мотра, Мехагодзилла, спасите Токио» 2003 год. В «Миллениуме» появление камаебаса изначально не планировалось. В «Спасите Токио» должен был появиться погибший Ангирус, но в конечном варианте сценария его заменили на камаебаса. Камаебас появился всего в одной видеоигре «Годзилла Трейдинг Баттл». Если вам нравится этот кайдзю, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании. В будущем я и дальше продолжу выкладывать видео про различных кайдзю из вселенной Годзиллы.